О, привет. А я успел закрыть двери. Ля-ля-ля. Всем привет, дорогие друзья. С вами Димас, King and Fire. Серега, как всегда, отличное настроение. Пацаны, поздоровайтесь. Всем привет. Сегодня у нас самая крутая рубрика на канале. Аниматроники пугают охранника. И сегодня я наконец-то буду играть за охранника, а Серега злобным аниматроником. Если пейте, кушайте, приятного аппетита. А мы будем начинать. Чекаем. Я слышу звук. Я слышу звук аниматроника. А я живой остался, это как? Не успел, я его когти, крюком своим зацепил. Вытащил тебя за дверь и замочил. Так, какой-то стрёмный у нас сегодня аниматроник. Так быстро прибежал, даже не успел акнуть. 90-я ночь, чего ты хотел? А, это 90-я ночь, я понял. Давайте тут посидим, схитрим немножечко. Так, здесь нельзя у нас попасть? King and Fire, я надеюсь, ты затащишь. Слышу аниматроника. Где-то идет. Слышите? Я слышу звук шагов. King and Fire, у нас же садятся батарейки, тоже помни. А где он? Открывай дверь, открывай. Да быстрее открывай, он стоит, смотрит на меня. King and Fire. Закрывай, он там идет. Так, а мы его видим, да, по камере? Нет. Да как это нет? Мы должны тебя видеть в хате. Так, что у нас тут? Давайте почекаем камеры. Не зря их разработчик добавил. Которые не переключаются. Странно, они работают. А если с этим оружием? А, работают, но с большим опозданием. Слышишь? Я вижу свой фонарик. Нифига себе, у него он светит, как мощно. Так. С правой стороны идет. Нету никого. Какой-то странный аниматроник. Я его слышу, но я его не вижу. Так, этот звук очень знакомый мне. Это спринтрап. Это не спринтрап, это фиолетовый челик. Ну, спринтрап и фиолетовый челик, в принципе, очень похожи. А я вижу твою голову. Вон она торчит. А, заныкалась. Это какой-то хоррор у нас. Слышь, так стрёмно играть с тобой. Не пугай. Эй, калитка по башке дала. Открывай. Успели закрыть калитку мы. Ха-ха-ха. Я рад, что мы смогли. Я так думаю, сейчас мы не угадаем. Слышь, ты чё сюда лезешь? Съесть вас хочу. Нет, так нас не скушаешь. Задним ходом лупашит. Чё, Серёга, полный привод лучше, да, когда на карачках? Да. Закрывай, он с этой стороны бежит. Отлично, давай тут свет выключим, то, так понимаю, батарейка садится очень быстро. Давай, открываем. Серега, я тебя вижу. А, я закрыл. Блин, я такой рад, что я успеваю, но чувствую, скоро мы не успеем. Эй, King and Fire, открой двери. Ах ты, ёкалы, манекакала, я басротейшн. Блин, я дернулся, реально, у меня так язык когда-то глотнул, блин, так этот, пугать меня. Фух. Классный ролик, мне больше всего нравится, когда Серега пугает. Это очень прикольно получается. Ну-ка. Эй, тут свет горит, выключай свет. Фонариком свети лучше. Я его вижу, он с этой стороны сидит. Ну тебя, ужипу. Я вовремя закрыл? Да. Так. Давай будем правый коридор чекать. Там что-то мигает постоянно. Так, отлично, ждем. Серега, у нас осталась четвертая часть батареи. Угу. Ты его как-то высадил в этот раз быстро. Или батарея уже конченая, не держит. Nokia 3310, батареи надо. О, ты застрял. А что это было только что такое очень странное? Это скримак. Эй, скримак не делай так. Gunfire, тебе жопа. Заходи.
Отлично, отлично. Себя дверью прибил. Так, открываем. Открываем. Ждем. Эта карта самая лучшая для этого режима, потому что здесь садится батарея. О, слышу, слышу, слышу. Вроде Фредди так делают. Кошмарный. Так, а ну-ка. King on Fire. Посмотрим, как он перемещается. Вижу, пошел. О, привет. А я успел закрыть двери. Ля-ля-ля. Опа, стоит, стоит. Так. Ты такой красивый. О, этот звук мне знакомый. Есть. Серега, ты очень предсказуемо это сделал. Он сейчас... Я так понял. Ты же с этой стороны же и стоишь, ты же не ушел на ту сторону, я же знаю. Я понимаю тебя наизусть. Отлично, пока мы стащим. Так, смотрим, что у нас в зале творится. Я его вижу, он где-то там перемещается, вот в той стороне тень видел. Ты видишь его, King on Fire? Я его не вижу вообще. Ну нафиг тебя! А как ты это сделал через Калитейшн? Ну ладно, ладно, ладно. А имбот подрубил, да? Я, кстати, даже не знаю, что за имбот. Что он делает? Что это значит? Если честно, не знаю. Такая тишина. Вот это, знаешь, сама атмосфера FNAF, она очень крутая сделана. Слышно звук компьютера, что-то там шумит на улице. Вечно что-то искрит, электричество. Я вижу, ты идешь, Серега. Через эту сторону идет, я увидел. Пошел, 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 пошел. Ну тебя нафиг. Отлично. О, привет, как дела? Очень крутая моделька. О, что, батарейка Presidation? Да. Красивая текстурка. Блин, ты встал резко, я аж испугался. Кстати, планирую вообще рубрику «Аниматроники пугают охранника» записывать с вебкой. Надеюсь, эта идея понравится подписчикам. Если вообще напишут «хотим вебку», то в принципе придется записывать с вебкой. Ну что, рубрика очень популярная. Ну что там? Идет. Идет? Я его слышу. Ну тебя нафиг, я не знаю, где он идет. Закрой! А, это не атакует, она только может на Макарену станцевать. Давай, давай. Нажми, Серега, как бить, и ты начнешь Макарена танцевать. Опа, вот оно. Я тоже сижу и танцую. Макарен! Эй! Ушел, обиделся, обиделся. Побежал. Не закрыт. Обиделся, я сейчас брата позову своего. Будешь я обидничать брату старшему, да? Что тебя обидели. Не оценили танец по достоинству. Слышу, слышу, топчется кто-то. У нас энергии осталось... Не осталось энергии, Серега. Энергии не осталось совсем. А, лезет, смотрите, кто лезет. Там хлебушка! Хлебушка! Блин, ты стрёмный челик. О, привет! Ты на правую кнопку мыши, да, это делаешь? Да. Пошел, 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 пошел. Да хорош, уходи, подлец! Нормале, нормале напугал, мне нравится. Отомстил за чипу. Да, а это что, ее брат, что ли? Да. Я вообще не знал, что у Чики есть брат эндоскелет. А батя кто? Давай батю приводи, посмотрим, кто у Чики батя. Ой, энергия села полностью у нас. Сейчас придет батя. Я хочу энергию пополнить каким-то образом. Дима, у нас еще осталась энергия. Да? Да, она же под столом еще заканчивается. Нет, не заканчивается, все уже. О, пополнилась, смотри, чуть-чуть. Я нажал кнопку, она пополнилась, но не на полностью. О, я вижу твисты, да. Колоби... Нет, нема энергии, нету.
давай, Сережка! Но нет энергии. Хана тебе, дядя Дим. Я быстрее вниз бегу, чтобы энергию нам запустить. Ого, тут шум. Жестокий. Так. Отлично. Давайте включим энергию нам. Ой. Может, я пройду как-то аккуратно? Не. Нет. Не получится, я понял. Красивая смерть. Энергия полная. Отлично. Мы тащим. Слышь, Твист — это вообще классный аниматроник. Они такие здоровые, стрёмные. Какие-то пузыри на морде вонючие. Плесень. Плесень? Или что? Заболевание еще? Какое-то кожное. Корона. Аниматроническое. Корона минус. Я видел марионетку! Я видел! А, привет! Я тебе думаю, это пару молекул за тобой пролетело, я их заметил. Так, энергия. Ой. Вижу, стоит. 10 тысяч жизней. Нет, лучше от греха подальше закрыть. О, пришел, привет. А ну нажми Ctrl, у тебя должна анимация быть. Ага, не такая. Air английскую нажми. А, заходи. За охранника забыл, на полставки работает. Да как ты? А ты там, где он был? King on Fire, да? Ты А, он же из-под земли может залазить. Да ну шо ты? Уходи. Попасевать нельзя. Все. Хватит вас жалеть. Не надо нас жалеть, мочи полностью всех. Ломаю тебя полностью. Ломай меня. Gunfire, ты вообще не палевный чувак. Мимо прошел, мимо. Классная нычка, он нас не заметил. А, не, заметил. Заметил, все-таки заметил. Я же говорю, Gunfire, он тебя по запаху сразу спалит. Ты сам спалишь. По запаху, что ли? Не может быть. Ой, я думал, у нас батарейки подсели. Так, вижу. Красавчик, Лефти. О, песенку мою спою. А я иду на работу в пиццерию. Пацанчиков мочить, детишек веселить. Конец песенки. Да, тащим, умерли миллион раз, тащим. Вот как ты нас достанешь, если у нас двери две закрыты будут? Вот как достань нас. Да без проблем. Вот, допустим, у нас вот по сюжетке у нас энергия не кончается, мы зашкерились. Достань. Без проблем. Сейчас. Только через стены нельзя убивать. Каким образом, чтобы к нам прям прикоснуться? О, вижу, пришло. Мяучило. А. А вот так, да, оказывается, можно. Это же Гарри Смот. Это Голден Фредди же. А я что сказал? Гарри Смот. А. Кто пролезет? Я же забыл, точно! Половик есть. А нет, вот он стоит. А дверь нельзя, да, через стену никак открыть? Не. А, ты хочешь телепортироваться как-то к нам? Ну, в принципе, никак. Это двери защищают от нечистой силы аниматроников. Никак не проникнуть вовнутрь. Застрял. Что ты? Что ты нам тут показываешь? Ляжки. Ляжки, какашки. Так, давайте включим эту дверь. Левую дверь. Уголки почекаем. Нету его. Слышь, ты ждешь, пока моя энергия кончится, ты ждешь, да? О, я вижу! Нифига себе, у тебя кабака пришла. Тихо, не открываем. Пусть проникает вовнутрь каким-то образом. Ушел. Обиделся, да? Да. Я его вижу. Я его не вижу. Чекаем. Где-то он сейчас пролезет, по-любому. Найду щель. Нету.
А я найду. А нету. А я найду. А вот и нету. Опа, есть. Опа, опа, что-то сейчас произойдет. Тихо, 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 чекаем. Слышь, энергия садится. О, привет. Ай! А, это был скример, а живой. Я живой, я живой. Кинфай! Это скример, я живой. Все хорошо, побежал. Будешь смотреть, так съем. Не. Сломаю стекло. Не. Если вам понравился этот ролик и вы хотите еще, ставьте палец вверх. Подписывайтесь на канал, комментируйте, ставьте группу ВКонтакте. Ну а всем отличного настроения и посмотри следующий ролик.